член Бюро Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурат Папазян требуют пропустить его в Армению. Комментируя запрет своего въезда в Армению, Папазян заявил, что решение властей страны не имеет каких-либо серьезных правовых оснований. В первый раз СНБ отказалась давать объяснение, сообщив, что запрет на въезд в страну связан с моей личной жизнью. Затем офис премьер-министра заявил, что причиной запрета стало мое участие в акции протеста против Никола Пашиняна в Париже 1 июня 2021 года, а также организация данной акции. Однако после данного события до 13 июля 2022 года я 4 раза беспрепятственно въезжал в Армению. Более того, соответствующие органы Армении не направили никаких жалоб властям Франции в связи с митингом 1 июня 2021 года. Я отвергаю это решение и требую восстановить мое право на возвращение в Армению, говорится в заявлении Папазяна. Отметим, что Папазян известен не только своими агрессивными выпадами в адрес нынешних властей Армении, но и неоднократно озвучиваемыми претензиями в адрес территориальной целостности Азербайджана.